Всем привет! Вы на канале Торнадо Тактикал, меня зовут Дмитрий. Сегодня хочу рассказать вам, почему мы используем в нашей системе слоев и во флисовых кофтах разных моделей флис плотностью 290 грамм. Причина очень простая. Есть разные флисы, есть тонкий флис, есть более плотный флис. Допустим, тонкий флис не подходит. Почему? Потому что он более легкий, он меньше держит тепло, то есть он больше подходит для спорта, каких-то пробежек. Более плотный флис не подходит. Почему? Потому что он более тяжелый, более плотный, меньше дышит, больше сковывает движение. То есть это одна из причин, почему мы не используем, именно мы не используем этот флис. Самый оптимальный вариант, на наш взгляд, это флис с плотностью 290-300 грамм, в зависимости от модели. Данная плотность позволяет флису относительно неплохо дышать, но при этом не сковывает движение, и в какие-то моменты статически он неплохо утепляет. Понятно, что это все индивидуально. У каждого организма есть свои особенности. Флисовые кофты плотностью 290-300 грамм можно использовать в любую погоду практически и в летнее время года, допустим, одевая футболку в вечернее время, либо утреннее, раннее утреннее время. Далее, если температура понижается, я имею в виду, что это там ранняя осень, либо поздняя весна, то можно одевать с флисовой кофтой термобелье второго слоя. Либо, если температура еще меньше, к примеру, там ближе к нулю и к минусовой температуре, можно одевать, допустим, второй слой, либо футболку, поверх одевать флисовую кофту, так называемый третий слой, и сверху, одевая куртку, пятый слой, который защищает от внешних факторов. Далее, если температура еще ниже понижается, там, к примеру, там, от минус 10-15 и выше, уже на флисовую кофту одевается седьмой слой. Все эти моменты, они, конечно же, индивидуальны, и каждый для себя, то есть при одинаковой температуре два человека могут ощущать эту температуру по-разному, и каждый для себя подбирает послойность, комбинацию слоев кофты флисовые под себя, под разные задачи, под разную температуру. В нашем ассортименте есть несколько вариантов, которые мы предлагаем нашим покупателям, то есть это кофты на замке, как на мне. То есть данные кофты есть в нескольких расцветках, они есть разных моделей, именно на замке, есть с капюшоном, есть без капюшона, на мне конкретно без капюшона. Есть кофты типа анорак, то есть одевается через голову, с молнией до груди, с разными замками, то есть есть два боковых кармана, либо один большой. Также есть кофты типа анорак с капюшоном и без капюшона. Данные кофты можно выбрать под определенную задачу, либо под собственные нужды какие-то, либо кому-то, может быть, кому-то нравится капюшон, кому-то не нравится капюшон, вне зависимости от выполнения разных задач. Ну, неважно, у каждого свои предпочтения, и практически на все ваши предпочтения у нас есть модели. Заказать эти модели можно на нашем сайте, также на маркетплейсах. Все ссылки мы оставим в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал. Все, всем пока!